В этом году была проведена огромная работа для того, чтобы привести и показать вам лучшие фильмы со всего света. Фильмы, которые мог бы родиться любой кинофестиваль. Фестиваль посетило большое количество звезд. Мы все помним выступление нашей любимой Римы Марковой, гала-концерт с участием Аристарха Ливанова, Александра Михайлова, Александра Шакурова, Инза Лиепа, Владимира Конкина и многих-многих-многих других артистов. В этом году наш фестиваль приехали звезды мирового уровня. Я хотел бы поприветствовать в зале замечательную актрису, звезду мирового кинематографа, которая за свою карьеру успела поработать с большим количеством великих, в буквальном смысле, режиссеров. Настасья Кински. Добрый вечер. Любимая актриса Даша. Также прекрасный артист Оливье Робурден, сыгравший в фильме лауреате Каннского фестиваля, лично приехал представить свою картину к нам. А еще почетные гости из Ирака, из Канады, Китая, Дании и Соединенных Штатов даже приехали к нам. Так что теперь фестиваль по праву называется международным. А самое главное, что зрители посмотрели кино и нашли отклик в себе о том, как много они находят общего с героями кинолент, что позволяет по-новому взглянуть на самих себя и на свою жизнь. А значит, главная задача фестиваля – налаживать творческие связи с другими городами России и всем миром – постепенно решается. Мы хотели бы напомнить вам фильмы конкурсной и вне конкурсной программы фестиваля. Давайте посмотрим.
ансамбль русских народных инструментов имени Николая Будашкина.